Всем привет, с вами снова Жора, и это пятый день прокачки боевого пропуска в игре War Thunder. Как всегда, мы начинаем с колеса, которое дает нам плюс одно очко к боевому пропуску. И, ну серьезно, 15%, ну в принципе нормально на один день. Так, звуки, ля-ля, фа, да, спасибо, конечно. Непосредственно боевой пропуск. 16. Ни одно задание еще не выполнил за сегодня. Так, первое, да, задание. Повреждение. Угу. Любой танк. Ну что ж. Так как, в принципе, смотреть тут больше уже не на что, и большую часть интересности я вроде посмотрел. Единственное, я не понимаю, что вот это. Пари. Не знаю. И в магазине V-Bucks за V-Bucks. У меня тоже нечего покупать, кроме задания. Но задание у меня было. Я покупал все особое задание. Вот оно. Сыграй бой, заняв нужное место в команде. Ну, тоже ни разу еще. По прокачке. Два открытых. Качаем вот это. И вот это. И должно пойти побыстрее. Ну все. На этом мы начинаем пятый день прокачки боевого пропуска. Погнали. Triple kill! Thank you.
Подводим итоги пятого дня. За этот день мы смогли выкачать только один уровень. Я расскажу почему. Я не понимаю логики разработчиков. Чуть-чуть хочу пожаловаться. В реролле заданий. Если я реролю, это же значит, что для меня задание слишком тяжелое. И что мне нужно более легкое. Или как-то в разрез другое совсем. Возможно, мне техники нет. Или я не играю на этой технике. Но нет, я просто сегодня замахался реролить эти задания. Я сейчас скину, что в итоге мне выпало. Но до этого мне выпадала какая-то дичь. Заработать какие-то баснословные медали. Сделать какие-то баснословные задачи. Зачем так делать? Еще как бы тяжелее выполнять их. Приходится постоянно реролить, тратить деньги. Если у вас не премиум или что-то еще, вы просто кучу денег потратите или пропускаете очки боевого пропуска. Ну да ладно. Самое, что мне кажется странное, это то, что очень много времени нужно тратить даже на такие задания. Как бы, если человек не погружен полностью в эту игру и не может посвятить себя ее хотя бы полдня, то мне кажется, это достаточно тяжеловато. Ну, хотя это может придирки, потому что я еще не хорошо выучил карты, не хорошо выучил технику противника, куда надо бить. Возможно, я сейчас чуть-чуть погорячился. Но сейчас ощущение стойкое, что все как бы сделано на то, чтобы тратить в этой игре как много больше времени. Ну ладно, на сегодня хватит нытья. Давайте подведем итоги пятого дня. В итоге я смог сделать только одно задание. Выкачать тяжелый танк за французов и до половины выкачать ЗСУ. Надеюсь, завтра будет попроще и полегче.